Добрый день, господа! Здорово, Семён, братан! Давно меня не было видно, потому что я был на заслуженном отдыхе. И знаете где? В Крыму. Да, представьте себе, в Крыму, в городе Керчи. И ездил через легендарный Керченский мост. Вот так вот. А мне кто-то сказал, что ты там еще с моста нырял, не? Не, с моста не я нырял. Не а знаю. Кто нырял? В этом случае, мне кажется, не знаю. Я пытался, в общем, переплыть Керченский пролив. Вот без всяких вот приколов, вот действительно так. Ну и как, успешно? Нет, не успешно. Какой был... стиль? Стиль какой? Стиль у меня был свободный. Брасом. Брасом? Да, брасом. Охренеть. Брасом. В общем, я смотрю на другой берег, смотрю, берег вроде виден. А плаваю так, как вы знаете, что я плаваю зимой и летом вообще любыми стилями и довольно долго. И в общем плыл, уже доплыл практически, ну сколько я плыл, часа полтора я плыл в одну сторону. Пока видел вот этот вот горизонт, смотрю, уже мой берег уже далеко. То есть я уже смотрю назад, уже обратной дороги нет, грубо говоря. И уже такие пошли поплавки такие. Ну, поплавки, а там по этому проливу ездят танкеры ходят, такие здоровые корабли. Танкеры идут туда-сюда, с такой периодичностью. Я смотрю, уже и танкеры ходят уже, ну не вокруг меня, конечно, но уже довольно таки близко, я уже их вижу, там даже уже, что у них там написано. Ну так вот, белыми красками. И в общем, смотрю, еще плыть далеко, а я уже не то, что я подустал, потому что Семён Роганов никогда не устает. Ну вот мне стало скучно, во-первых, и вот эти танкеры ходят, ну немножечко Семён Роганов, можно сказать так, ну побоялся нарушить их движение, понимаете, чтобы, может, меня могли бы даже арестовать, может быть. И я такой, мне ну стало скучно, полтора часа плыл, думаю, ну ладно, поплыву-ка я обратно. Плыву обратно, теперь оно там плывет, ну на катере там ребята тоже ездят такие, смотрят такие, кто-то плывет, так, а что ты здесь делаешь, типа, я уже плаваю, переплываю Керченский пролив. Ну ты живой хоть вообще нормально, ну они видишь, а то если что, там это, ну там посигналили, меня остановили, спросили, как они там. Они подумали, что ты обдолбанный. Нет, они подумали просто, что я сумасшедший, они посмотрели на меня. А ты в халате плыл в своем? Нет, я плыл без халата. Слушай, я хочу все задать тебе вопрос, ты дельфинов гладил? Нет, ни разу. Ни разу? Нет. Блин, тебе надо было с дельфинами хоть сфотографироваться. Ну, я побыл с дельфином задним, вот меня ушел. В общем, ушел, не такой, да? Быстрый, как дельфин, да. А как ты вообще к дельфинам относишься? Положительно. А к русалкам? Еще лучше, чем к дельфинам. Круто, круто. Дельфины, русалка. Кто там пришел? Пациент какой-то, нет? Семён, к тебе пришел пациент какой-то, да, нет? По ходу дела, да. Заходи, не бойся. Уходи, не плачь. Тяжелый случай у вас, молодой человек. Ладно, сейчас Семён займется с вами, сейчас попозже. Отдохнет, да. Да, можно, сейчас, да, человек речи послушает ваши, да, там. Пусть, может быть, уразумлю его. Не, ну а так вот мысль была у вас, жителей Крымского полуострова, от пьянства закодировать? Ну да, там, кстати, не особо так и пьют. Ну, я особо пьяных не видел. Ходят там такие, ну не знаю. Обдолбанные? Ну, немного, да. Ну так вроде нормально, все адекватные, хочу так сказать. То есть... Мне там понравилось. Воздух целебный такой, то есть там не устаешь, во-первых, и там, когда ты, ну, выпиваешь, например, на утро голова не болит. Воздух помогает. А ты выпивал там? Ну так, в профилактических целях, в лечебных. Что пил-то хоть? Самогон, вино, пиво? Вино. Вино? Да, 100 грамм перед обедом и перед завтраком. И перед ужином. Конечно, Семён Владимирович употреблял аперитивы. Крымские аперитивы. Ну да, очень вкусно, кстати, полезно. Ну, там все воспринимать. Ну, мне понравилось, да. Ну вот, самый главный вопрос вот к вам. Ты рад, что Крым наш? Да, я очень рад. Я там сфотографировался, там Крым наш везде. Мне кажется, люди рады, да. А почему я должен быть не рад? Очень рад, поехал туда, отдохнул. Отлично, все там хорошо. То есть Крым наш, это заебись, да? Да, отлично, замечательно. Это отлично, Крым наш. Я надеюсь, что все рады. Так он всегда и был наш, по большому счету. Ну да. Ну вот, какого хрена отдавать этим украинцам, правильно? Правильно. Вот так вот, это ж Малороссия, маленькая Россия. То есть, а сейчас она входит в состав большой России, так что все отлично. Там сам Брежнев был, ну, да, на малой земле. Там. Воевал, отстаивал наши... Даже книгу написал «Малая земля». Да, знаю, да. Ну, не читал, правда.
А стоило бы прочитать. А ты читал? Конечно, нас в школе заставляли ее учить. Нет, в школе вместе. Я уже потом только, блин, по прошествии многих лет узнал, что это какого-то писаку заставили книгу написать для Леонида Ильича. Ну да, ну что ж, он сам ее писать будет. Я даже не знал, первый раз об этом слышу. А почему нет? Могу и сам написать. А ты веришь в то, что Гагарин в космос летал? Да. И американцы на Луне были. Нет. Почему Гагарин в космос летал, американцы? Потому что Гагарин наш человек, американцы чужие. Ах, вот ты с какой позиции смотришь на это все, да? А советские ракеты всех в пыль сотрут. Сто пудов. Ну вот, и отлично. Ну ладно, Семен, спасибо. Всем привет еще раз. Крым наш. Крым наш. Отлично.